и с артистами, и с животными. Пожалуйста, желающие могут подняться на сцену. Мы вас сфотографируем, и вы получите сразу же готовую фотографию. Фотография платная. Можно также делать снимки своими фотоаппаратами и телефонами. Пожалуйста, желающие могут задержаться после спектакля и сделать себе на память фотографию. Спасибо за внимание. Через 1-2 минуты мы начинаем наше представление. Ha 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 ha!
А что здесь происходит? Простите, пожалуйста, а кто вы такой? Меня зовут господин Зло! Ненормально! И мне не нравится, когда смеются и веселятся. Это что? Вот это? И это моя машина. Мне ее подарили ребята из щенячьего патруля. Теперь будем все вместе с ними всех спасать. Вот. А кто такие эти свинячий патруль? Не свинячий, а щенячий патруль. Они всем приходят на помощь, когда случается где-нибудь беда. Вот. Какая разница? Свинячий, собачий приходят на помощь? Да. Вот сейчас мы это и проверим. А ты немедленно в мой гараж. Молодец. Ой, ребята, а что это меня так по голове шандарахнуло, а? Кто? Этот господин Зло? Ну какой он противный, а? Ребята, здесь стояла моя красивая машина. Куда она делась? Украл мою замечательную машину. Так, а что будем делать? Так, надо что-то думать. Думай. Я знаю, надо сейчас срочно позвонить. Алло, это щенячий патруль? Да? Ребята, спасите! Все на помощь! У меня машину украли! Давайте, вперед!
хочем. Да. Ой, какие красивые машинки. Но это не моя машинка. Мне нужно мою, самую красивую. Ищите. Вперед, за машинкой моей. Пошли, скорей, скорее, скорее. Thank you.
вонючая псарня гонится за мной. Хотят окружить. Хотят поймать. Ой-ой-ой. Не получится, потому что я самый умный. Потому что я самый хитрый. И потому что я самый злой. А спрячусь я от них в древнем Египте. Thank you.
кошачий патруль никак меня не догонит. И не догонят, потому что я чемпион мира по прыжкам в сторону то право, то лево, но на всякий случай спрячусь от них на киностудии. Там снимают новый фильм сказку, и я скажусь для актера. А вот я и на киностудии. Thank you.
Какой у тебя
доброе, приятное лицо. Ну, что получилось, то получилось. Но ясно. О, я знаю, что тебе нужно еще. Сейчас, внимание. Раз. Ну, все на месте. Два. Вот, три. Красота – страшная сила. Скажи мне, пожалуйста, а ты хоть раз в цирке был? Всю жизнь мечтал попасть. Тогда давай поможешь нам показать наш замечательный номер. А ребята на тебя посмотрят. Давай, вперед, ладошки! Thank you.
Если кругловые и ваши ладошки. Ну как, понравилось? Я слышу. Отлично, тогда мы продолжаем. Встречайте, Юрий Рязанов. Thank you.
Thank you.
зале, мы сейчас будем искать самых сообразительных. Ой, они все тут такие. Ой, вот это вот с бантиками. Иди ко мне сюда, иди ко мне сюда. Давай, такая красивая, разрисованная. Иди скорее ко мне. Хорошо, вставай сюда, вставай. Так, ну-ка еще. А вот молодой человек в тельняшке, иди ко мне сюда. Скорей, скорей. Ну иди рядом, давай, беги, скорей. Так, вставай. Так, да, кстати, ну, немножко пошире. Вот так, чтобы вас всех было видно. Ой, какая. Ой, стеснючая какая. Как тебя зовут? Полина. Полиночка. Ну, тебя как? Оля. Оля. Так, тебя как? Тимур. Тимур и его команда. А тебя как? Милана. Милана. Вот такая вот сказочная принцесса Милана. Скажи мне, Миланочка, а ты загадки любишь? Умеешь их отгадывать? Да. Подумала, да. А это мы сейчас проверим. Никто никому не подсказывает. Договорились? Итак, внимание. Давай, вот какой это может быть зверек? У этого зверька вместо носа пятачок. Вместо хвостика крючок. Голос мой визглистый звонок. Я веселый кто? Колобок. Колобок. Ну, в принципе, правильно, кругленький. Но это не колобок. У него хвостика у колобка нету. Это кто? Поросенок, конечно, аплодисменты и маленький есть сувенир на память. Получи. Вот так, садись на место. Вот тебе самая сложная загадка. Вот еще один зверек. В сумке носит кошелек с деньгами. Ловко прыгает в длину австралийский... Кенгуру. Кенгуру, правильно. Ну так, давайте и... Подарок сюда, еще один. Подарок. О, это что это такое в этой банке? Пиво. Неправда, там... Аплодисменты. Чьи ужимки без труда повторяет детвора? Кто живет среди лиан? Стая диких? Обезьян. Правильно, обезьянки вот так, ля-ля-ля-ля. Так, давайте вот этой обезьянке подарок. Молодец, так. Ну, а тебе самая страшная загадка. Серый, страшный и ужасный совершил переполох. Все зверята напугались, напугал зверят тех, кто? Волк. Волк, правильно, молодец. И тебе подарок. Аплодисменты. А мы встречаем самый главный номер нашей программы. Щенячий патруль в полном составе. День и ночь вам помочь, иди патруль щенячий. Когда беда случилась, не плачь и не грусти. Райлер и его щенки спешат тебя спасти. Маршал, крепыш, кончик, Рокки, Зумов, Скай. Мы уже в пути, наш отряд. Наш отряд, очень рад, наш отряд.
Thank you.
припев «Тяв-тяв» будет. Договорились? Хлопаем в ладоши. Громче. Повторяем со мной. Тяв-тяв будет. Еще раз. Тяв-тяв будет. Еще раз. Тяв-тяв будет. Еще раз. Тяв-тяв будет. Еще раз. Цирк наш должен согреваться. Нам, ребята, не грустите. Чаще в цирк к нам приходите. До новых встреч! А теперь, дорогие друзья, желающие сфотографироваться, поднимаются на эту сцену. Можно делать фотоаппарат своим фотоаппаратом или нашим. Пожалуйста, только с родителями, дети. Пожалуйста. Уважаемые осветители, уберите, пожалуйста, синий свет. Синий свет уберите, пожалуйста. И включите полный свет белый. Белый свет сделайте, пожалуйста, нам на сцене. Хорошо, спасибо.